Тотальный ценопад в супермаркете «Ярмарка». Горошек зеленый и кукуруза сахарная – 44 рубля 90 копеек. Чай цейлонский, черный – 31 рубль 80 копеек. Туалетная бумага – 31 рубль 90 копеек. Майонез «Провансаль» – 96 рублей 80 копеек. Говядина и свинина тушеная – 129,90. Сок «Любимый» – нектар – 54,90. Яблоки – 1 килограмм 65 рублей. Гранат – 1 килограмм 109 рублей. Рад видеть вас с 8 до 23 часов. Улица Гледенская, 61.